Так. Ну вот мы и снаружи в натуре, да? Так, что-то произошло. Ладно, все. Я уже забыл, что тут надо делать. Нажимаем глаз. По-моему, так. Потом нам нужно переместиться. Я, знаете, что хочу? Подождите, а я сейчас в приседе или как? Нет, я сейчас как раз-таки не присед. Так, где еще один? Ну-ка, давай. Давай, давай. Все, взял его. Ну, красавчик. А, вот еще один. Отлично, F кидаем. И идем дальше на три. А можно и без натуры. Самое главное, надо сейчас подняться наверх. Так, вообще-то я хотел пробел нажать. Ну, допустим, так. Так, микрофон, зачем ты падаешь куда-то вниз? Я же тебя присобачил. Все, отлично. Я надеюсь, он меня не предаст и не упадет. А тут никого вроде нет, да, рядом? Опа, ни хрена себе. Я не понял, он так и будет падать или нет. Так, вот с этим надо разбираться сразу. Чпунькс. А, так он еще и задом был повернут. Опа! Ну все, отлично. Сейчас мы с тобой тут поразвлекаемся, да? Я люблю развлекаться с такими, как ты. Ладно, я не буду этого делать. А вот здесь у нас какая-то хреновина. Давайте мы ее отключим. А, это и есть это стена. А, ой, смотрите, крысы побежали, теперь им пофиг. Это, видимо, заскриптованная хрень. Так, эта хреновина все-таки падает у меня, я ее сейчас присобачу. И мы продолжим. Все, я присобачил микрофон, отлично. Теперь можно заняться грязными делами. Вот здесь у нас перцы какие-то есть. Но нам пофиг, потому что у нас есть... Блин, он меня замечает даже. А, мне кажется, с ними только надо разбираться. А, тут еще и третий, блин. Опа, круто вообще, круто так подлазить сюда можно. Но здесь по-любому нужен дротик. Наверное. Смотря вот это, куда чувак пойдет. Он что там, в мобиле сидит? Что он там делает? Но его сейчас не удастся нам жахнуть. Да, не удастся. Нам, наверное... Вообще, можно ли как-нибудь обойти это место? Давайте-ка сейчас посмотрю. Чпонькс. Ну, давайте попробуем. И, точнее, не попробуем, а я попробую. Попробую. Так. Меня вот еще волнует, из воды можно ли перемещаться? Да, не надо даже. Сейчас так переместимся. Давай. Так, раз. И все. Лодка какая-то. Я, собственно, сюда зачем пошел? За этим костяным амулетом. А что это такое? Нельзя, что ли, сюда? Че за членотень, да, как говорится? Ну-ка еще раз давай. Опа. Ну, все нормально вроде. Даже так можно. О, во, смотрите, видите, детали все видны. Круто. Жираем крысу на вертеле. Так. В месяц тепла она была скромна, и писем их не читала. Мое веснушчатое лекарство от одиночества. Так, 100 монет и костяной амулет. Амулеты усилит ваше умение. Разыскать амулет можно по певучему звуку, который он издает. Так, можно нажать буковку G. Мы нажимаем буковку G и... Это он, да? Зелье нам немного лучше восстанавливает ману. Немного лучше. То есть, немного быстрее, немного лучше. Это в каком? Лучше, хуже, это понятие относительное. Знаете ли, лучше это как? Это, то есть, как бы... Смотрите, даже вот это подсвечивается, хрень. Ух ты. Так, лучше, это значит, что... Быстрее, лучше, это значит, что... Что еще может быть... Не знаю, лучше. Ну, что еще может быть? Больше маны, не знаю. Неважно.
Самое главное, что лучше. Действительно. Так. А что, я не могу туда забраться? Так, давай. О, отлично. Все, давайте погнали на это гребаное задание. Будем идти с глазом. Смотрите, мы тут пропустили. Ну, это жратва, в принципе, ничего. А, нет, еще медная проволока. Так, эту схему мы, по-моему, смотрели. Да, я знаю, что это схема. Соответственно, не, наверное, смотрели. Давайте туда сходим. Посмотрим. Да, что тут запрятали засранцы. Медная проволока, видимо, да? И вот тут еще целебный, два целебных эликсира, которые нам уже просто не влазят. Отлично. Теперь мы сможем напиться и почитать. Нет, это нельзя читать. Смотрите-ка, отлично идем. Чему бы не взять. Все узлы для световой стены доставлены на ваш участок. Надеюсь, еще до полуночи стена заработает. На всякий случай посылаю вам запасные баки с ворванью. Или ворванью, не знаю. И еще, я узнал, что многие стражники по-прежнему устраивают этот нелепый обряд сожжения крыс. Напомню, что ворвань стоит дорого. Держите своих людей в узде, капитан Корн. Ну, сейчас я ему тут сожгу все нахрен. Че такое, на работу с... Че? А, то есть вы хотите сказать, что... Вы хотите сказать, что теперь то, что ворвань со временем исчезнет, и световая стена, соответственно, тоже испортится. Вы можете включить защитную систему. Ага. Ну, это какая-то хрень, монтажный инструмент, благодаря которому мы сможем, как видите, вот написано. Ого, сколько мы уже все насобирали. Ну да, то есть... С помощью этого монтажного инструмента мы будем перестраивать какие-нибудь там стены, всякие хреновины под себя. Так, врубаем опять зрение и бежим. Так. Ух ты, сколько там всего, ё-моё. Смотрите-ка, оу-е. Подожди, ну это где-то все внизу. Сейчас мы заглянем к этой старой грымзе. Урна семьи Морей. 50 монет. Куда ушло зрение? Духовный бальзам и монета 50, блин. Какая гигантская монета у нас. Так, ну все, больше никакого говна здесь нету. Давайте подойдем к этой... Это старая ветошь. Можно ее жахнуть сразу. Ну ладно, давайте поговорим. Привет, старая коза. Ну хотя, может, ты и не коза, может, ты нормальная. Я не знаю тебе ничего. Так, ну можете проматывать, я сейчас расскажу, что тут было. Фу, так, сюда, пташки. Блин, очередная сумасшедшая какая-то, я так и знал. Блин, да ты чё, это же пенсия пришла, ну чё ты начинаешь-то? Ты это самое... Она сама с собой, что ли, разговаривает? Милый, вот ключ от входной. Получишь этих мерзавцев. Ну, ты знаешь, я не хитман, я лишь усыпляю. Короче, она нас говорит с кем-то поговорить. А, к ней кто-то пожаловал, да? Подожди, а это что? Ух ты, ё, это что это такое за место? Ух ты, ё-моё! Осторожней, Корво. Люди зовут ее Старая Ветошь. Я знаю. Ее настоящее имя и даже имя ее рода тебе ничего не скажут. Но когда ее руки набивались импера... Чё? А. What will you do, I wonder?
Что он сказал? Он сказал, что она, видимо, ее добивались многие люди, эту старую ветошь. Оказывается, она была раньше крутой. У нее большой размер был. Так, что это? Умение. А, ну это я знаю, у нас теперь одна руна. Оу, Так, у нас есть так зрение. Что еще мы можем сделать? Это что такое? Увеличить число здоровья. Не, я сначала быстрое перемещение на большее расстояние. Я сначала вот это возьму. А вот потом изгиб времени, наверное. Или сразу... Нет, сначала изгиб времени. Не знаю, потом посмотрим. Короче, руны наберем, посмотрим. А, кстати, что у нас там по рунам? Цифра. Цифра какая? Забыл. Цифра. Три. Три. Ой. Пять. Да, пять. Костяной амулет. Амулет через 69 метров. И все остальное мы, походу, здесь собрали. А, отлично. Давайте сейчас будем разбираться с этими гамадрилами. Или кто они там, я не знаю. Это не важно. А может и важно. Тут самое главное, ничего нет, да? Ну и все. А, я не знаю, получится ли у нас вырубить их по одному. По мне кажется, нет. Если бы можно было камешек какой-нибудь кинуть. А, блин, неужели мне придется тратить три дротика? Но они меня не должны заметить, если я туда перемещусь. Так, ладно, давайте думать. Может быть... Так, что они говорят вообще? А, они просто стучатся к этой старой ветоши. Так, это развернулся. Блин. Как вы думаете? Опс. Так, ладно, делаем следующее. Делаем сначала... Вот так. И, блин, я не знаю, вот если я... Не, я, пожалуй, знаете, что я сделаю? Я сделаю так. Бляха-муха. Что это было, блин? Вы офигели? Я дротик лишний потратил. Вот засранцы. Он куда-то мимо, что ли, пролетел? Давайте осмотрим этих дебилоидов. Все, ничего с ними, наверное, нельзя сделать. Сейчас мы глянем, ничего тут больше нет. А, подожди, мы здесь были же, я точно помню. Вот там что-то есть наверху, чувак какой-то. Давай. Давай теперь будем развлекаться с тобой. Что она сказала? О, милый, я знал, что ты проучишь этих дерзких мальчишек. Ты мой храбрец. Я ничего больше не буду делать. Старая ветошь припасла подарок к твоему дню рождения. Вот старая ведьма, она все-таки узнала, когда я родился. Мне его дал чужой, а теперь я дарю его тебе. Смелее, наверху. Но туалетном столике. Тебе он будет к лицу. Помнишь, как мы с тобой... Блин, какой может быть подарок на туалетном столике? Он может быть плюс еще мне к лицу. Сколько там времени, кстати? 17:43. Так, ладно. А, да, все. Что она там делает? Руками двигает. Ну ладно. Так. Тут завалено. Ничего себе, она тут забаррикадировалась. О, да! Опять... Блин, ты вообще ведьма, как ты сюда попала? Я думал, тут чужой. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead woman. Блин, она еще китов месит. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani. Now there was a clever man. А, смотрите, она пишет, контора доктора Гальвань, мы туда заходили. Помните, я взял там за этим шкафом, там, потроха эти, я еще спросил, для чего они нужны. Ну, старая ведьма, смотрите, она хочет кого-то отравить, походу. Ни хрена. Получается, если бы я не взял, я бы сейчас туда пошел, что ли? Take it all to the Bottle Street Gang Distillery and drop it in with their medicine. Mix it up
Да, эта старая ведьма не зря натворилась, много дел натворила за свою жизнь. Банда Battle Street делает нелегальный эликсир. Ну, короче, нам надо замесить этих чуваков. Вот, смотрите, можно остановить времени. Налог замедляет ход времени. Прикольно. Нажмите правую кнопку мыши, нажмите еще раз. Противники охранной системы не замечают вас. То есть, когда я полностью на втором уровне, я уже 8 рун, блин, на 3. Ну, наверное, это не скоро будет. А хотя, фиг знает. Ах, чего? Так, ладно, не важно. Чё ты мне пишешь все время? G, чё ты, заметки? Я знаю, что мне надо устранять там кого-то. А, подожди, я хотел... Ща. Так, давай, обратно. Так, стоп. Давай вот сюда. Поднимайся. Ну, поднимайся ты, ёлки-иголки, наконец-то. И вон туда, да? Шпонькс. Отлично, здесь у нас есть сразу для надежности кошелек. Устройся на крыше, гляди за улицей в оба. Засекай всех, кто ходит в богательню. Выясни, что знает эта старая калоша. Она слепа, но, может быть, она что-то слышала с Лэгджов. Ну, походу, он не дошел, что-то с ним произошло. А, он тут напился, и, короче, он... А, он сдох. Смотрите, а в него кто-то, наверное, стрелял. Потому что не зря они поставили этого персонажа сюда. Я раньше думал, что в играх нет никакого... Какого фига? А, все, понял. А, у меня мана израсходовалась. Я раньше думал, что в играх нет никакой логичности. То есть нельзя ничего домысливать. Смотрите, нас готовят к чему-то. Видите, сколько трофеев. Так вот, домысливать ничего нельзя. На самом деле можно. Вот можно построить сюжет. И насчет там какие-то чуваки. Ну, там по-любому что-нибудь есть. Подожди, а я здесь был, я помню. Пули нам нафиг не нужны, наверное. Смотрите. А, их двое, да. А где третий? Что-то их здесь третьего-то и нету. Че, он меня услышал? Мне показалось, он шпагу достал. Там наверху еще что-то есть. Это кто? Больной какой-то у них там, наверное. Ях, что заметили? Ладно, давайте, идем сюда. Винокурня Данула. Погнали. Посмотрим. Старая винокурня. Входите на враждебную территорию. Ну, круто, чё. Зашибись! Чё-то я не понимаю. Чуть-чуть погромче сделаем. К игре. Давай двигай дальше. Смотрите, а вот это что такое? Подожди. Чуть не упал. А чё я не могу встать-то, ёпарас это? Ладно. Метательный... где-то была растяжка, что ли, пойму. Так, банк, консервированный китовый мясо, целебные травы. И бутылька со взрывчаткой. Где растяжка-то? Ладно, не важно. О, вот этого можно будет жахнуть, наверное, если он сейчас сюда подойдет. Давайте мы его... А, блин, тут еще один. Ну, это же жопа немного. Ну, надеюсь, он отойдет, да, потому что нам... Нам надо... Да. Что будем делать? А сколько у нас там дротиков чисто? 8, да? Ну, это прикольно, конечно. А вот этого я не хочу. Я боюсь, что из-за того, что он у стенки стоит, я не смогу его жахнуть. Так, ну-ка давай сюда. Почему я говорю жахнуть? Давайте будем говорить трахнуть. Не знаю, что-нибудь другое. Здесь еще двое. Блин, тут шумиху знатную можно поднять, если я их начну... Ну, вы понимаете, что я с ним буду делать, конечно. Так, вот тут еще всяких штук интересных, плюс еще метательная установка. Ну, по-любому с ними надо как-то разбираться.
Их там просто до хрена, этих чуваков всех. Но я зрение пока не хочу выключать. Здесь может быть что-то интересное. Что-то, что я не знаю, но что-то есть. Так. Тот ушел. Можно его чпокнуть. Или нельзя. Чуть не упал. Не, ну в принципе... Блин, поздно. Да, поздновато. О, смотрите, а вот там что-то интересное есть. Ну, если что, я думаю... А, у нас же еще время мы можем останавливать. Так, тут никак... Ёп твою. Вот сюда. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай, вот сюда идет. Ладно, давайте, знаете что, на обратном пути выполним это задание. А, F5 на всякий случай. Да, действует сохранение, это круто. Нормально. Хорошая тема. Так. А, да, стоп. Мы же еще должны смотреть по этим. Костяной амулет там. И больше нету. Как бы за него пройти? Он услышит, как вы думаете? Стоп, у нас же есть шанс его жахнуть. Какого хрена не получилось первый раз? А я смогу перемещаться? Смотрите, я какой-то ключ получил. На корне Данула. Фу, ни хрена тут всего зеленого. Блин, а это может читерское говно? Нет, не может быть читерского говна. Здесь тоже кто-нибудь... Да, вот здесь есть чуваки. Здесь есть растяжка, я ее уже вижу. Только где... А, вот нитка тоже. Здесь рядом прочная дверь. Ништячок. Я открыл в натуре. Вот еще универсальный ключ от винокурни. Давайте прочитаем. Первую часть эликсира.